Представить свою кандидатуру на должность факелоносца Олимпийского огня мог любой житель Эстонии, поскольку четких критериев, которым должен соответствовать представитель нашей страны в эстафете Олимпийского огня, не существует. Однако в любом случае эти люди должны были обладать хорошей физической подготовкой, во-первых, чтобы выдержать дистанцию эстафеты, а во-вторых, чтобы служить примером для других. От нашей стороны Олимпийский огонь понесут два человека, которые сегодня были официально представлены в квартале Роттермана. Трудно передать, что я сейчас чувствую. Я так рада, что даже пульс зашкаливает. На самом деле я далеко не профессиональная спортсменка, хотя и люблю бегать. Но скорее друзья занесли меня в список кандидатов, потому что я являюсь одним из организаторов крупнейших спортивных соревнований в Эстонии. Я очень рад, что буду нести олимпийский огонь и представлять Эстонию. Я еще рад и тому, что не являюсь профессиональным спортсменом, хотя я люблю, конечно, поиграть в футбол или баскетбол. Но как бы то ни было, моя жизнь связана со спортом. Принимать участие в несении олимпийского огня от каждой страны могут лишь несколько человек. Их количество определяется размерами государства, которое они представляют. Так, например, от Эстонии, как и от Латвии и Литвы, с огнем в руках могут бежать лишь по два человека. Среди 20 отобранных Олимпийским комитетом Эстонии кандидатов была и одна русскоязычная жительница Тарту. Всего в эстафете Олимпийского огня примут участие 8 тысяч человек. 30-е по счету летние Олимпийские игры состоятся в следующем году и пройдут с 27 июля по 12 августа в столице Великобритании, которая уже в третий раз примет у себя крупнейшие соревнования четырехлетия. Павел Озерев, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.